Мистер Америка, это ваша последняя ошибка. Муж? А какие тренинги, какие упражнения вообще знаю? Чтобы завтра их дать. Вот. Собственно, это все, что я хотел сказать. Всем доброй ночи. Слушайте мои сказки, которые я вам читаю в моем телеграм-канале. Пока-пока. Что ты не понял? Ты что не понял? Руки свои, я не понял. Тихо, что делаешь, Андрюха? Андрюха? Ну, он, может, и переспал со мной. Но я с ним нет. Так. Ладно, давай сначала начнем. Хорошо. Как ты у него оказалась? Это длинная история. Я познакомилась с Жуком 2-3 года назад. К черту исторический обзор! Начинай с сегодняшнего вечера. Ну, сегодня я надралась. Надралась? Да. Должно быть, это тот случай, когда прошлое оживает. Оживает? Да. Завтра вечером буду проводить актерский тренинг для студентов различных вузов, не театральных вузов, на фестивале «Чистый лист», по-моему, так называется. Вот, я честно не знаю, что это за фестиваль, не знаю, кто ко мне придет, но я сижу и вспоминаю про гитару, стихи. Ну, в общем, очень классная такая атмосфера. Они его, оказывается, проводят еще каждый месяц и будут повещать об этом у себя в профиле. Вот здесь ссылочка. Все. В общем, я сегодня провел актерский тренинг в Высшей школе экономики. Собирался уходить уже в 19:30, но потом оказалось, что у ребят квартирник прямо там. Я с удовольствием остался, было очень душевно, тепло, приятно. Были песни. Моя секта. Сказать. И привет не передавать. 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.